Значит, ты забыл еще пружинирование сделать. А, да, пружинирование. Вот, мы закончили шейно-воротниковой зоной, сет номер 3, это уши, голова, да, точки продавили. Если это был массаж именно шейно-воротниковой зоны, то это достаточно, да, на этом заканчиваем. А если это массаж спины был, вот от сих до сих, да, то тогда нам надо будет вернуться. Значит, мы берем шею, декомпрессируем таким образом, что вот уперлись в затылочную кость, а здесь в мышцу, трапецию вот растянули, дошли до акромиальных отростков и кость в кость, вот смотрите, о, видите, как тянется по шее, вот, растягивается, раз, раз, такие пружинистые движения, развернули в другую сторону, вот опять в кость и в кость, вот, растянули, прошлись по месту крепления мышц и спиралевидно вернулись назад. Теперь все наши движения будут идти в обратную сторону. Сделали такой с пальцев ролик, зажали отростки, прокачали и пошли вниз с надавливанием. Вот продавливаем позвонки вниз, 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 вниз в стол. Если до этого помните, мы сделали такой прием. Вот так вот мы их раскачивали, да, в сторону. Да, да, да. То теперь в обратную сторону. И вбиваем как бы их. Это мы ставим шпалы. Вот вам раскрыт секрет знаменитого массажа. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Ехал поезд из Варшавы. Вот. Шпалы, 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 шпалы. Ставим, делаем рельсы. На шпалы кладем сверху. Вот. Жестко опускаем энергию и кровь вниз. Все же мы гнали вверх, да, повышали человеку давление. Он, видите, как уши покраснели. Давление повысилось. Теперь все, головы уводим вниз. Вот нарисовали два пути железнодорожных, да, где у них стрелка находится вот в месте копчика, да. И по этим путям к нашим шахтам, из которых вылетели ракеты, шахты пустые, да, поехала вагонетка, груженная, с грузом, вот, да, раскачивающая. Едет, едет, едет и выгружается. Инструменты выгрузила в шахту, вернулась пустой. По второму пути пошла вторая вагонетка, груженная, тяжелая. Вот доходим до сюда, выгрузили все и назад пошла пустой. Дальше надо поставить ракеты же. Вот поехали по рельсам ракета. Тяжелая идет. Это мы декомпрессию делаем. По осистым отросткам не нажимаем, стараемся попасть между отростками и паравертебральной мышцей. Тут тяжело туда попасть, да, но мы стараемся именно в этот промежуток. Ставим ракету прямо глубоко, раз, поставили. Обратно ракета пустая ушла. Ракетная установка дальше. Идет груженная, вот туда силой мы даем, декомпрессируя вверх, вот видите, вот в ту сторону. Поставили и вышли отсюда. И теперь нам повернули локти перпендикулярно позвоночнику, да. И если мы раскачивали до этого только половину, по половине, да, мы работали, да, то теперь все тело мы раскачиваем. Вот, раскачали все тело, растерли все тело и продавили все тело. Опять в таз уперлись, да, второй рукой. Даем, даем. Сильно, да? Силой, да, вот на вторую руку силой и с давлением. Тут смотрите, если вы пойдете локтевой костью, да, можно задеть позвонки. По ним будет больно, по осистым отросткам не ведем костями, да? А тогда разворачивайте руку, чтобы мякоть вести. Или делайте технику роллинг. Роллинг. Роллинг, вернее, вот. Прокручиваем как бы вот так вот вперед. До шеи прям. А здесь в таз отодвигаем туда, назад. Держи. В общем, да, да, маневрируем. Как вам, в зависимости от тела человека. Ну, я стараюсь побольше растянуть. И опять же, для закончения движения продолжаем следующее. Чик, не отходя от кассы. И растягиваем за предплечье. Ой, в смысле, за верхний уголок подвздошной кости. А здесь за ось плеча. Вот в стороны. Это именно не массаж, это именно кости мы тянем. Поменяли руки по диагонали и в противоположную сторону. Опять поменяли и... Вот такими массирующими движениями. Раз, нашли упор и потянули. Пока мы находимся в таком положении, да, не встаем, а наоборот присели. Здесь взяли за кость, либо таз, бедренную, либо тазовую. Ну, тазовую кость я не могу поймать, да?
Именно кость надо найти. Вот давайте за тазу, ой, за бедренную. А здесь за ребра снизу. И скручиваем человека по очереди в разные стороны. Это не прием. Ну, можно там так немножко протолкать, да? Это именно скручивание. А теперь растяжение сверху. Вот уперлись опять. Ось лопатки, ось подвздошной кости в стороны. Раз. Уперлись и чуть протолкнули так. Уперлись и протолкнули. А теперь нам вот эти вот следы преступления, где мы ракеты заложили, надо скрыть. Берем, взрыхляем всю почву. Проехали. Копательные машины. Все взрыхлили. Подняли трапециевидные мышцы. И как бы как сдираем. Маугли сдирает с тигра кожу. Раз, рисуем борозды такие. Два, три. То есть вот получается три линии прохода. Раз проход, два проход. Три прохода, да? Вот. Таким образом мы его всего согреваем, человека, засыпаем шахты. Протрясли, но я трясу обычно с таким, с прихлопыванием. Засыпали шахты, следов преступления нету. Простучали все это. Все наши завершающие движения примерно одинаковые. Прохлопали. Пошел дождик. Почву всю оросил, прошел крупный град, следов преступления не видно, и заколосилась зеленая трава, зеленая лужайка осталась. Убираем все плохие отрицательные мысли, все хорошо, и завершающий мазок художника. Цветочек сюда. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Алавгудвин.